Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stepwagon Spada 2016 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 150 лошадиных сил, КПП передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках в хорошей резине, установлены ветровики, имеется повторитель в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 193 тысячи километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, не прокуренный, три ряда сидений. Имеется кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, режим экон, две электродвери, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 83, 79, 79, 89, 74. 81, 68, 81, 77, 83, 68. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.